46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей. Вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук. Но болезнь не отступила, нанося тяжелые удары по различным органам. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Сегодня из-за синеющих остатков рук врачи подозревают у него повторный сепсис. Словом, все самые страшные беды, которые можно только представить, свалились вдруг на олимпийского чемпиона. Известный столичный колдун объяснил, что на Костомарова сделан мощный магический приворот. Его цель – убить человека, но не сразу, а долго и мучительно. Вы же понимаете, что такое количество болячек на одного человека не может упасть вдруг и сразу, пояснил маг. Вспомните «Мастера и Маргариту», где говорится: «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Вы умрете другой смертью». Колдун сообщил, что фигурист кому-то перешел дорогу, и конкуренты заказали приворот на смерть, провели специальный магический обряд. И побороть его можно только антидотом, таким же колдовским сильным противоядием, способным обезвреживать попавшие в организм яды, предупреждать и устранять их негативные эффекты.